Дорогие друзья, мы продолжаем гулять по санаториям Одессы и вашему вниманию представляется санаторий Аркадия, прекрасный санаторий в Аркадии с памятником академику Павлову. Если помните, кто это такой. Юля гуляет. Юлек, привет! Загоревшая такая. Что, пойдем? Послушайте, как поют птички. Запах не передать словами, какой стоит тут. Красная зеленая территория. Все цветет. Помню, сегодня 7 мая. Прекрасная аллея вдоль санатория. Смотрите, какие скульптуры стоят. Лебеди плавают. Кому это памятники, интересно? Вроде как или греческая мифология. А вот смотрите, какой прекрасный дом, а вернее дача. Это дача, судя по картам Maps.me, дача Маврокардова какого-то. Юля, как думаешь, кому это памятник? Маврокарда? Нет, это не... А хотя, может, Маврокард? Металл диски. Видите, он там кидает либо мяч, либо диск. А вот какая березовая аллея классная. Не знаю, работает ли дача до сих пор. Но судя по тому, что рядом нет ни мангалов, ничего такого, ни грядочек, то маврокарды здесь вряд ли тусуются. А это кто у нас? Тоже спортсмен с каким-то шаром. Ну да, это может метатель. Метатель или диск, или молота, или чего-то еще. Обойдем мы вокруг дачи Маврокарда. Слышите, как поют птички. Ах, какой все-таки вкусный запах. О, открыто. Открыто. Сейчас мы попробуем туда зайти. Дача Маврокарда оказалась закрыта, поэтому мы идем дальше. Да, когда-то это, наверное, был топовый санаторий Одессы, который могли себе позволить только высокие чины. Это вот, наверное, или домик обслуживающего персонала. Это вот все дача, дача Маврокарда. Смотрите, какая здоровенная. Или те, кто попроще жил в таких домиках с удобствами на улице. А вон еще один спортсмен. Это у нас... Ну, тоже непонятно кто, но балерун, может... Самое интересное, что должно и привлекает сюда людей, это то, что на расстоянии 200 метров от этого санатория находится завод шампанских вин Одессы. Завод шампанских вин
Одессы, куда любой отдыхающий может пройтись и попробовать свеженького шампанского прямо с завода. Там должен работать фирменный магазин. Сейчас мы это дело проверим. Вот очередной корпус санатория, тоже так довольно величественно смотрится. Да, все-таки есть какой-то шарм в этих одесских санаториях. Такие вот лавочки, можно вечерком отдохнуть после моря. Очередной корпус, смотрите, какие башни. Ну, красиво. Ну, ладно, в общем, будем заканчивать наш репортаж. Вы сами убедились, что санаторий Аркадия довольно неплохое место. До моря здесь порядка 900 метров. Так что будете в Одессе, вы знаете, куда можно заглянуть. И как мы обычно говорим, до новых встреч, друзья. А мы идем на завод шампанских вин. Смотрите, еще. Ой, а кто это к нам идет в гости? Котик. Котик. Фирменный кот санатория Аркадия. Привет. Дай. О, все, Юля. Оставил он след на тебе. Что? Как тебя тут кормят? Хорошо живется? А? Что интересного есть? Давай, улыбнись. Что, стесняешься? Ну давай, поработай на камеру. Не хочешь? Дрессировщик кошек. Красавец. Смотрите, смотрите, какие прикольные скульптуры. Это все санаторий Аркадия. О. Принцесса Несмеяна и Алеша Попович и кот Васька. Кот Васька, не с кем тебе поиграться, собачек нету. Нет кого поубегать, не за кем побегать. Вот сразу Васька показывает, что это его территория. Сюда ближе не подходить. Вот это мостик такой тут есть прикольный. Вот ходят отдыхающие, гуляют. Ведется уборка. Это, кстати, административный корпус. Красота, лепота. Все, Васька, пойдем мы дальше. Гуляй. До новых встреч, друзья.